Дорогие друзья, спасибо вам за ваши просмотры, спасибо вам за то, что вы с нами. Всем известная российская певица Ольга Зарубина резко похудела после серьезного заболевания. Сейчас она весит не более 45 килограмм. Родственники говорят, что певицу страшно смотреть на данный момент, она просто тает на глазах. Зарубина начала стремительно худеть после того, как в прошлом году она перенесла серьезные заболевания. Артистке не потребовалась срочная госпитализация, она смогла вылечиться дома, но вскоре все-таки была госпитализирована в больницу. На данный момент, друзья, она находится в больнице, проходит медицинское обследование, через несколько дней ее уже выпишут домой. Мы ждем, когда получится с ней поговорить, друзья, взять у нее небольшое интервью, которое мы выложим на нашем YouTube-канале. Спасибо вам за то, что вы с нами.